девочки, рада вас видеть на моем канале. Сегодня будет видео в развивашках Алисы за 10-11 месяц, да, в прошлом месяце я не снимала. Спасибо, что ждете такие видео. Конечно, те, кто смотрит регулярно влоги, уже многое знают, поэтому это видео скорее будет просто таким итоговым, как бы я все это вместе соберу. Но те, кто смотрит, уже многое видели, и поэтому с Алисой кусочки я сюда оставлять не буду. Да и, в принципе, знаете, как проблема каждой мамы заснять нужный момент, потому что когда я вижу, что Алиса что-то начинает делать новенькое, в первый раз у меня редко получается заснять, так как я беру камеру, там пытаюсь как-то скрыть, чтобы она не увидела, но она сечет постоянно, она сразу переключается на камеру и пытается уже ее схватить и засунуть себе в рот, обслюнявить со всех сторон. Ну, в общем-то, если говорить об умелках, то сразу с 10-11 месяцем я заметила, что Алиса стала более смышленная, сообразительная, более умная, то есть она стала зачитываться книжками, ну как зачитываться, засматриваться. Она любит их листать, разглядывать, она показывает пальчиком на какие-то предметы. Я периодически мычу, хрюкаю, мяукаю, естественно, показывая на всех этих животных, и она уже, кстати, тоже показывает и говорит хрю-хрю, то есть она уже знает ножки, носик, ротик, там ушки, глазки. Другими словами, она стала интересоваться тем, что нарисовано в книжках, и ей стало интересно, что же это такое. И теперь, если она берет какой-то предмет, она мне его вот так показывает и, ну, как бы мычит там на своем языке, чтобы я ей прокомментировала и сказала, что это за предмет. Конечно, она очень много лепечет на своем языке, пытается что-то сказать. И вот сейчас, буквально на днях, я заметила, что она действительно уже мыслит логически. То есть, когда уехал наш папа, она во второй день, то есть, лазила тут по всем комнатам и, видимо, искала его, не нашла. Подошла к туалету, там у нас всегда дверь закрыта, потому что хранятся всякие порошки, там моющие средства. Она подошла к туалету, начала стучать и звать папу, да, то есть она логически сообразила, что если папы нет нигде, значит, он сидит в туалете. Еще одна была забавная ситуация, когда Лёша уехал, вечером я взялась готовить, в общем, там на кухне возилась, Алиса мне мешала. Я ее просто отнесла в детскую, закрыла дверь, и теперь она это не любит, как я вам тоже рассказывала во влогах. Она бунтует и сидит под дверью, плачет. И так вот, слышу я, значит, что она плачет, 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 и потом она говорит следующее: «Па-па-па! Мама, угу-гу». То есть, другими словами, она просто сидит и жалуется, зовет папу и жалуется, что я ее закрыла в комнате. И это было не просто какой-то, знаете, набор слов или совпадений, это было вот именно такое вот послание с такой обидой. Также во влогах вы видели, что сейчас ей очень нравится бросать предметы, причем она бросает все. И подушки, и какие-то тяжелые предметы может запустить. Очень любит свою соску бросать, если ей не хочется ее сосать, то все, она ее может зафинтить куда-нибудь далеко. Кстати, она вот как-то не привязана к соске, чему я очень рада. Ну, посмотрим, да, что будет дальше. Естественно, как любые дети, она обожает везде лазить, в каких-то ящиках залазить, причем она каждый день может одно и то же по 10 раз выполнять, как будто в этом ящике что-то новенькое появится. Очень она любит смотреть, кто что ест на столе, то есть на столике у нас сейчас стола нет, у нас этот маленький столик из Икеи. Мы на нем кушаем, в принципе, нам сейчас хватает, да, особенно папа уехал, тем более хватает. И она просто обожает, он же низкий, она просто обожает туда вот подлезть и стащить все тарелки. Поэтому если Алиса заползает на кухню, мы резко все это убираем. Если уже поели, если нет, то мы ее относим в детскую. Еще она обожает собирать крошки с этого стола и засовывать себе в рот, и очень долго это все смактовать. Также если крошки она найдет на полу, она тоже их обязательно засунет в рот, поэтому прям нужно следить, чтобы не было каких-то крошечек. Причем будь это какая-то грязь, ворсинка, там, не знаю, нитка скрученная, обязательно она это запихнет себе в рот. Если попадает какая-то кака, она уже знает, что это кака, она ее вытаскивает и дает мне, и говорит кака. Она очень любит Руслана, и когда она слышит, что Руслан вернулся со школы, она с таким счастьем ползет, причем она ползает уже очень быстро, радуется, там, в общем, обнимает Руслана, там его, ну, целовать она еще не умеет, но она просто вот так вот губами прислоняется.
у нее еще бывают такие злобные заскоки, причем, что удивительно, ребенка никто этому не учит, да, вот кусаться именно с такой вот злобой, или там щипаться, за волосы дергать. Но она это делает, и она это делает прямо с такой злобой, если ей что-то не нравится. И когда я ей говорю, что больно или ай-яй-яй, ее это наоборот еще больше веселит, она еще продолжает это делать. Алиса очень любит гулять, и она прекрасно знает, когда я говорю «Алиса, бип-бип», она знает, что сейчас она пойдет гулять, она начинает смеяться, радоваться, прям у нее такой какой-то, знаете, немножко даже истеричный смех такой получается, такой нетерпеливый. А спокойно, кстати, одевается. Я знаю, что некоторые дети там кричат, плачут, не любят одеваться. Она спокойно одевается, терпеливо ждет, причем у нее постоянно улыбка до ушей в это время, пока ее одевают. В коляске нормально, в принципе, сидит. А бывает, один день она нам устроила истерику. Ну, не знаю, мне кажется, она просто да, мало поела и просто быстро проголодалась. А так, в принципе, ей нравится. Она с удовольствием все разглядывает, там что-то лепечет. Мы на качельке вот недавно катались, тоже она прям смеялась, ей очень нравилось. Даже было такое, что мы заезжали домой, она начинала плакать. То есть на улице ей нравится, но я думаю, что это всем деткам. Еще она очень любит купаться, но в принципе она всегда любила купаться. Сейчас мы ее купаем без круга. Вот сейчас хочу также ей купить сиденье такое на липучках, да, которое в ванночку цепляется, потому что вот так ее держать постоянно, ну, устает спина просто и руки затекают, поэтому хочу вот такое сиденье. Как рассказывала тоже во влогах, что она сейчас не любит свою детскую комнату, в плане того, что она не любит там оставаться одна. То есть если раньше она, если сытая и выспавшаяся, она могла целый час больше там играть в свои игрушечки, то теперь это редкий случай, то есть ей нужна компания. Причем, что ты можешь там с ней не разговаривать, там не смотреть, как-то не взаимодействовать с ней в ее играх, а просто будешь лежать в телефоне, то она будет спокойно играться. Главное, вот, чтобы кто-то был рядом. Даже я бывает, что когда она вот капризничает сильно, прошу Руслана там посидеть, допустим, в планшете. Он там просто сидит в планшете на своей кровати, она играется спокойно, и как бы, но стоит кому-то выйти, то все, как бы она начинает орать. Недавно мы, кстати, ее взвесили, она сейчас весит чуть больше 10 килограмм, рост у нее 74 сантиметра. Было обострение дерматита, сейчас, слава богу, как бы щечки у нее беленькие, да, ножки тоже гладкие, ручки гладкие, но периодически, вот если я что-то даю, я веду пищевой дневник, записываю там раз в 4 дня ей что-то даю, и если вижу покраснение, тоже фиксирую. И поэтому каждый раз вот ломаю голову, что еще можно предложить ребенку. Вроде бы скоро год, и в год, насколько я помню, уже идет общий стол, то есть, да, ребенок должен кушать с общего стола, а тут такая вот проблема. Причем у нее всего 2 зуба нижних, то есть верхние так никак и не лезут. Вроде бы я сегодня смотрела, что-то там кажется уже на подходе, но опять же не уверена, потому что мне это казалось уже раз 10 точно, и мне, и Лёше, и всякий раз было бы. Что касается нашего режима, кстати, да, девочки спрашивали, каждый день ли мы гуляем. В принципе, вот пока Лёша не работал, он ходил с Алисой гулять, да, пока какие-то свои дела делала, также мы иногда вместе выходили, но зиму мы в основном просидели дома, потому что у нас здесь очень ветреные погоды, и когда мороз и ветер, ну, ребенку холодно, у него глаза слезятся сразу, и ветер это гораздо опаснее, чем мороз, да, и холод. Когда ветра нет, конечно же, мы старались выходить, даже если мороз, то хотя бы на полчасика. Но мы очень много болели, вы знаете, да, у нас эта акклиматизация никак не заканчивается. И надеюсь, что сейчас, конечно же, с приходом тепла мы будем выходить каждый день. Что касается режима, то, в принципе, например, в питании я не придерживаюсь какому-то часовому, просто я смотрю по Алисе. Если я вижу, что она капризничает, и вижу, что она капризничает, потому что она хочет кушать, я ей даю кушать. Если я вижу, что она хочет спать, я ложу ее спать. В принципе, я уже знаю, что она спит один раз в день, причем она может проспать от 2 до 4 часов. То есть я даже успеваю иногда соскучиться, когда она так долго спит. Конечно, за это время можно кучу дел переделать. Это факт. Пока Лёша был здесь, он ее приучил засыпать на ручках. То есть он ее укачивал, причем это занимало там буквально 5 минут.
принципе, ну, чаще всего где-то минут 5, и она уже засыпала, вырубалась. Вечером чуть-чуть посложнее ее уложить, потому что, как правило, дети к вечеру начинают разыгрываться. Вот, ну, в принципе, он ее вот укачивал. И вот эти 2 дня мне, конечно, пришлось немножко вот потрудиться, потому что я ее не хочу укачивать, и мне тяжело ее укачивать, поэтому я просто с ней ложусь, и она вот там ерзает, и, в общем, засыпает. Бывает даже такое, когда я ее оставляю в комнате, она там немножко поплачет, похнычет, потом я слышу, что тихо, захожу, она спит. Недавно, например, было такое, что никак, в общем, я ее и так, и сяк, она никак не хочет спать, наоборот, разыгралась, это уже было как на ночной сон. И я ее посадила на ковер, и все, и пошла свои дела делать. Она там игралась, и слышу, что стихло. Захожу, и она залезла в свою люльку от коляски и спит там. Представляете, сама залезла и спит. Почему люлька? Так как мы на диване не спали, он у нас вообще сломан у изголовья, то есть постоянно там проваливается. Я спала все это время в детской на полу, то есть стелила одеяло. Алиса спала в своей кроватке, и когда под утро она начинала там капризничать, уже плакать сквозь сон, я ее кормила и брала к себе. И, ну, так как она очень сильно вертится, я периодически, бывает, просыпалась и находила ее где-то там, укатившуюся на пол, то есть она могла спокойно на полу там лежать, на голом. И, то есть, я думала, что надо что-то делать, причем, что я ее обкладывала там подушками, и вот этого мишку нашего огромного ставила там как баррикаду, все равно она как-то умудрялась скатиться. И я вот эту люльку взяла от коляски, она туда вот прям в полный рост помещается до сих пор, и сейчас я ложу ее туда. Так что утром она спит там. И, в принципе, она целый день, эта люлька там находится. И вот вечером она туда, получается, залазит иногда, да, сама. Иногда я ее ложу. Но вот тогда она залезла сама и заснула. Представляете, так было интересно. Я уже вижу, что я натрендела на 20 минут. Надеюсь, что вы там не заснули, не заскучали. Спасибо огромное, что посмотрели это видео до конца. Скоро Алисе годик. Я не знаю, будем ли мы его отмечать. Если нашего папы не будет с нами, он будет на работе, то, скорее всего, мы перенесем, скажем так, празднование этого годика на время, пока наш папа приедет, ну, потому что без папы как-то и праздник не очень веселый получится. Вот, спасибо большое еще раз, увидимся в других видео, пока-пока.